треугольник круг. Рамки, ограничивающие наше сознание, я был бы рад, если б вдруг пришло бы какое-нибудь понимание того, что происходит вокруг. Мораль, принципы, страх сдерживают наши желания. Сияние, беспросветный мрак находятся вне спектра внимания того, что происходит вокруг. Круг, треугольник, квадрат. За них иногда очень трудно выйти. Есть ли дорога назад? И стоит ли нам по ней идти?